протяженное упоминание, это 1525 год. Монастырь был основан, но на месте старой Березской крепости здесь находились княжеские палаты, а на месте вот Спасо-Преображенского собора находился Спасо-Преображенская церковь в деревянном виде. И на этом месте и до вообще до основания города Белева здесь находились еще жили вятичи, вот, которые просвещал преподобный мученик Кукша, просветитель вятичи. Вот здесь жили еще вятичи. Город Белев сам основан в 1147 году, завистник Москвы. Княжеские палаты в конце 15 века были перенесены на левый берег речки Белевка, вот там она внизу протекает. И здесь уже устроен был монастырь одним из детей князя Михаила Черниговского, которые здесь пробывали, были белевскими князьями и были бездетными. Были бездетными, и вот по молитвам преподобного Кирилла Белоярского здесь возникли дети, которые устроили монастырь. И в монастыре как раз были погребены князья, которые устроили в город Белев, белевские князья. Фамилии известные, которые известны из источников исторических, это князья Волконские, князья Солнцево-Засекины. Вот их место упокоения вот находится за Спасо-Преображенским собором. Город Белев. Просторы. Город Белев. Она говорит, это возит Тульская область. Она говорит. Но сейчас это все перекупили люди за копейки. Поэтому она ничего не возит. Она ничего не возит. Мы сидим. Наверное, чуть-чуть. Да, да, полноводная. А возле коммерсантная. Нет, нет, нет. Покупают, нет. У них здесь магазин есть, но они возят такие продукты. А они покупают там задешево где-то.